Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի 86-րդ հատերաշրջանի եզրափակումը նշանավորվեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող սոպրանո միջազգային օպերային մրցանակաբաշխության 2019 թվականի լավագույն օպերային երգչուհի տիտղոսին արժանացած Հասմիկ Գրիգորյանի մենահամերգով, որը նվիրված էր մեծանուն օպերային երգիչ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Գեղամ Գրիգորյանին։ Уже давно я наблюдал за карьерой Хасмик Григорян. Это в Литовском театре, в Рижском театре. Много я слышал о ней, естественно, Гегам много рассказывал. Я знаю Хасмик еще с вот таких лет, когда она приезжала еще в Нью-Йорк, когда Гегам Григорян пел в Метрополитен Опера. Помню, когда он пел в 2000 году, когда с Дмитрием Поростовским пели они «Войну и мир» в Метрополитен. Короче, знаю, наблюдаю и всегда был в полном восторге от ее совершенно уникальных голосовых и актерских данных. Գներեք, ես խոսամ ռուսերեն, որովհետև շատ եմ դժվարանում. Armenia всегда для меня была моим папой, моей семьей. И, наверное, все-таки так всегда и останется. Эта страна всегда для меня будет моим папой. И он меня научил безумной любви к этой стране. К сожалению, язык у меня чуть-чуть уходит, но я стараюсь по-всякому его как-то выдержать в себе и в своих детях тоже. Я люблю тут все. Я люблю тут каждого человека, каждый камень. Это все воспоминания, это все мой папа. Հասմիկ Գրիգորյանը ծնվել է Վիլնյուսում, սովորել է Լիտվայի երաժշտության և թատրոնի ակադեմիայում։ Հասմիկ Գրիգորյանի միջազգային դեբյուտը տեղի ունեցավ Նորվեգիայի Քրիստիանսանդ քաղաքում 2005 թվականին Դոննա Աննայի դերերքով, Դոն Ժուան օպերայից Ջոնաթան Միլերի ղեկավարությամբ։ Նույն թատերաշրջանում նա առաջին անգամ ելույթ ունեցավ Լիտվայի օպերայի և բալետի ազգային թատրոնում Վիոլետայի դերերքով, ինչպես նաև երգեց Լոնդոնի Վիգմոր դահլիճում։ Հասմիկ Գրիգորյանը հաճախ է հանդես գալիս աշխարհի հեղինակավոր բեմերում։ Երգչուհին Վիլնյուսի օպերայի հիմնադիրներից է և երկու անգամ ստացել է Golden Stage Cross մրցանակը 2005 թվականին Վիոլետայի դերերքի իր դեբյուտի համար և 2010 թվականին Միսիս Լովետի դերի համար։ 2016 թվականի միջազգային օպերային մրցանակաբաշխությանը Հասմիկ Գրիգորյանը ստացել է պատանի կին երգիչ մրցանակը։ Как только она получила вот этот награду, значит, International Opera Awards, я связался с ней и я спросил, когда ты сможешь приехать в Армению, ты собираешься ли приезжать в Армению? Она говорит, вот я буду приезжать, значит, первую неделю июля я хочу там быть. Значит, ну, первую пару недель я хочу быть в Армении, и как раз будет отпуск. Я говорю, давай сделаем концерт. Она согласилась, слава богу. И, конечно, первый вопрос был, это будет какой концерт. Я говорю, давайте сделаем такой концерт, посвященный папе, посвященный Гегаму. И она, естественно, была очень рада этому. Значит, есть несколько причин для этого. Просто я уверен, что я хотел таким образом, чтобы Гегам поздравил свою дочь. Она делает концерты в его памяти, а он ее поздравляет в своем родном городе. Հասմիկ Գրիգորյանի երևանյան մենահամերգին ելույթ ունեցավ Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբն ու երգչախումբը, խմբավար Հրաչ Բորյան։ Համերգային ծրագրում ներկայացվեցին Ռիխարդ Շտրաուսի, Պյոտր Չայկովսկու, Անտոնին Դվորժակի, Ջակոմո Պուչինիի, Արմեն Տիգրանյանի ստեղծագործություններից։ Համերգային երեկոյի դիրիժորն էր Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ Կոնստանտին Օրբելյանը, ում նախաձեռնությամբ և հրավերով էր Հասմիկ Գրիգորյանը հանդես եկավ Հայաստանի օպերային թատրոնում։ Мой патриотизм и к Литве, и к Армении. Я никогда не умела носить флаги и быть каким-то суперпатриотом, ну, таким активным.
Мой весь патриотизм – это моя личная история. Моя личная история – это мой папа. Армения для меня – это мой папа, моя бабушка, мои родственники, мои друзья. И что-то гораздо больше, что мне дал папа про эту страну, вот это какая-то необъяснимая любовь к чему-то, чего я не знаю. Вот, так что я безумно рада быть тут. Я безумно рада сделать этот концерт в памяти моего папы, потому что для меня это очень важно. Я очень рад, что имею возможность работать с такой молодой, гениальной, потрясающей артисткой. Я уверен, что мы все очень горды и рады за нее. И очень надеюсь на то, что здесь она откроет какие-то новые рубежи своего таланта. Для меня очень важно то, что люди его помнили, потому что 3 года сейчас после его смерти, на самом деле, они в моей карьере, они были очень сильно связаны с ним. То есть даже не сильно связаны, а это была какая-то, наверное, все-таки дедикация моему папе. Потому что если у меня до этого каких-то особенных амбиций профессиональных никогда не было, ну как бы были, но для меня не было, например, важно там спеть в метрополитене, в Скале или там, ну как бы для меня любая сцена, я просто... Я актриса, я люблю сцену. Мне никогда не было важно, какая это сцена. И так как я как бы с детства видела все самые большие сцены и самых больших звезд, потому для меня никогда не было вот это как-то там спеть в Мэте. После того, как ушел мой папа, для меня это стало очень важно. Важно потому, что, во-первых, я езжу по сценам там, где он пел. Я встречаю людей, которые его помнят, и для меня это огромная радость. И с другой стороны, теперь я уже чувствую себя достойной тому, чтобы быть на тех сценах, и чтобы люди уже помнили его через меня. Так что этот концерт для меня очень важный, потому что он в Ереване, тут, в стране, которую он безумно любил. Он так любил, что, говорю, вот. Я никогда тут не жила, я тут не родилась, но эта вся любовь во мне, она есть, потому что он мне ее вложил, вот. И потому для меня этот концерт, он, конечно, очень-очень-очень важный. Համայնքն իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի և տիկին Նունե Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո։ Հասմի Գրիգորյանի ելույթը հայրենիքում արժանացավ հայաստանյան հանդիսատեսի բարձր գնահատականին, դառնալով Հայաստանի օպերայի և բալետի թատրոնի 86-րդ թատերաշրջանի բացառիկ համերգային եզրափակում։